минуты назад закончился тот день, по поводу которого человек, нагло стоящий перед вами, утирающийся куском белой тряпки, красиво, элегантно, собственно, позволил себе вас собрать. Собственно, вчера уже у меня был дрэк. Сегодня у меня будет дрэк, видимо. Но, коли что вы приперлись, извините, вам придется нас послушать. В свою же очередь, коли что вы все приперлись, мне придется вам попить. А повернись на секунду, вот так, лицом к людям. Она обычно другими нас поворачивает, она просто очень элегантная тоже девочка. Юлия Терещенко, завтра мы поедем представлять Россию на Ёрмале. Вот с этой молодой особой. А еще с нами там будет Толя Деброва, которая тоже моя, из Украины. Иди, послушай хорошую музыку. Чудесный букет, хороший девчачий. Собственно, я прошу прощения, во-первых, за то, что несколько задержали. Дальше будет фаерия. Я буду переодеваться, в конце вас ждет огненный стриптиз «Я и боксеры». Поэтому наслаждайтесь, доброго вам вечера. Спасибо за то, что сделали мне кассу. Потому что я ваш праздник, вы мои деньги. Доброго вечера. Спасибо. Thank you.
Мы сейчас пробуем, на самом деле, почву. Ситуация такова. Ну, во-первых, у меня белые волосы. Это же вообще ни в какие рамы не вписывается. Я и белые волосы. Подождите, это только начало. Дальше будут брови. Потом ноги. Потом, возможно, подмышки. Но это для взрослых. Собственно, суть-то в чем? Жарко, потому что я болею. И мне нужно до завтра выздороветь обязательно, поэтому немножечко сауны. В конце, как мешал стриптиз, я и боксер. Или боксер и я, кто-то из нас будет круче однозначно. Собственно, не очень понимаю, как дальше все будет происходить. Жутко мне тяжело, но мне очень в кайф. Поэтому, если вы будете петь со мной, вообще колесо. Собственно, следующая песня новая. Мы играли ее на прошлом концерте. Песня выстраданная, сезонная, о тяжелой. Вис. Учитывая то, что вчера мы с вами не встретились, а встретились уже сегодня, ничего, я запоздалые подарки тоже принимаю. Подходите, подносите, так сказать, возлагайте. Да.
пользуясь случаем, я прорекламирую. «Радость настроения», я эту книгу помню. Стелла Шалумова. Мне сверху написано «Два стребования». Ежели вот это бы увидели, это был бы компромат. Но за юмор спасибо, Стелла. Спасибо. С днем рождения меня! С днем рождения меня! Ребята, терпите. Будет, знаете, как у меня обычно, как на кухне, как с родными, да? Вы же все про меня знаете практически. Наливай. Правильно говорит Нестеренко? Наливайся. У меня вот чай налит. Идем дальше. Собственно, дальше нас ждет произведение, которое было написано, прости господи, сколько мне исполнилось, 39 минус... Это получается что-то где-то минус 23... 23 года назад, когда мне было 16. Да, это из разряда «Мы в детском садике писали». А кто-то писал, но не мы. Так вот, собственно, произведение было написано «Юзу его безбожно, ибо вы его любите». Ибо вы его... Зачните, парни. А, в смысле, Володимир. Я прилягу, с вашего позволения, Володимир. Так не забывай. То есть ты сегодня лаконичный, просто один аккорд. Спасибо, Володя. Долгий август, бесконечно. Грустная. Извините. Еще на бис. Простите. Лектуру на бис. На самом деле есть огромное удовольствие работать с высокопрофессиональными музыкантами. Нет, просто понимаете, я не так много плачу. Поэтому при случае они мне напоминают об этом, они говорят. Ну, собственно, за что боролись на той напоминали. Володь, давай хотя бы пару аккордов. Чтобы какая-то иллюзия песни была. Когда он закончит, я расскажу вам содержание песни, пока вы сейчас будете. Владимир Нестеренко, к слову, гений джазового рояля. Он сегодня просил, вы не понимаете как, истеричная беременная женщина. Он бегал здесь вот между кулисой и своим родостям и говорил, а как же рояль? Здесь просто есть рояль. Вполне возможно, что Володя в экстатическом припадке его выкатит. В конце концов, никто не знает, что все закончит. Вов, кадр первый, дубль третий. Давай. Романс тот же исполняет, а наш... Субтитры.
душа сильна, лишь в глазах тревожно плещет одиночество. Боже, почему же ты одна? Тонкий стальный губ устас, хрупких плеч обвал. Ладно, извини.
А, сейчас мы немножечко вжарим рока в этой дыре. Отлично. Пацаны в зале. Понимаю. Поехали. Thank you.
и вижу. Поддержите, женщина ушла издалека. Собственно, теперь я сейчас я буду показывать фокусы, потому что все, попели. Это чуть позже. Чуть попозже, подождите, у меня в запасе еще одна рубашка, свежие носки и потом стриптиз. Только потом стриптиз. Не торопите меня. Да и нормальные музыканты, наконец-то, адекватные, а не вот это вот, что со мной сейчас. Собственно, со следующей песни началась история... Началась вообще новая история в моей жизни. И, в принципе, эта песня стала первой для нового альбома. Песня, в принципе, о том, чтобы когда тебе что-то дают, ма, не стесняйся, взяла, пошла. Суть песни, она такова. Я же поэт, у меня там все с Кэнди Бобером, там, с Анхатом, заломанными руками. Но суть такова, если тебе пришло, взяла и будь счастлива. Бабоньки, это для вас. Ну и для женщин, и для дам. Ну и для муз, безусловно. Быть и плевать мне сад на небе.
пошли. Реагируют на песни. Мне только что предложили провести вместе выходные. Причем цветы не от нее одной, а от женской компании. Они мне льстят, во-первых. Целые выходные, и я в одиночестве, а их целая компания. Будут? Спасибо. На самом деле, это очень давняя моя подруга. Не старая, заметьте, говорю, просто часто общаюсь с тетеньками. Ни в коем случае нельзя говорить «старая моя подруга». Надо говорить «наисвежайшая моя, но давняя». Давняя. Это я. А, собственно, сейчас начнется русская красавица. Да, русская красавица – это я. И русская, и красавица. Что сейчас будет? Пошло сейчас будет? Давай. А нет, нет, сейчас вы начнете. Короче, территория декаданса. Поехали. Thank you.
мужики, косяком. Или еще одну. Я просто не могу менять ориентацию по 5 раз за вечер. О! Мой добрый друг сидит за столом и говорит, можешь. Заметьте, он мужчина с бородой, ведь тебе сейчас могут поверить. Лжет. Рядом жена прекрасная красавица. Увы. В моей жизни он не случился. А я в его, да, заметил. Угу. Кому легко. А, собственно, как и говорили, территория декаданса. А, господин Буэнос, Робертос, на месте? Ну, как вариант, можно включить гитару. Сейчас будет одна единственная песня без фонограммы. Наконец-то. Наконец-то я сыграю вживую. Да не вы, господи, я звукорежиссер. О, поперла. Придется играть теперь. А если вы добавите мне волюмчик там... Ой, спасибо, Роберт Уэйос. Welcome back. Вернулся царь и бог современного звука. По крайней мере, в Россию. Робчик, дай мне, пожалуйста, гитарку сюда. Она пришла ко мне. Теперь нам нужно вызвать дух. Дух, который... Я шучу. Нет, сейчас мы вызовем человека, который, безусловно, в силу того, что сегодня у меня день рождения, и сегодня такое, знаете, беспринципная туса. Добрый вечер. Действительно, похлопайте, а я поставлю. Так вот, в связи с тем, что у меня сегодня день рождения, мы можем творить непотребное. Сейчас будет потребное, и сейчас я пойду у вас на поводу. Эту песню вы просите у меня всегда, но я ее не пою. Поэтому пришлось вызвать звезду электронной музыки, чтобы она спела вам ее по старой памяти. Она сама хотела это сделать, это маленький секрет. Где она? Волкова. Анна Волкова. Человек, который... Робчик, дай сюда второй микрофон. А, ну можешь не давать, она вось поет. Собственно, Анна Павловна Волкова, как живая. Сейчас обойдет знакомых, друзей, любовников. Придет, в конце концов, на сцену. Собственно, вы наверняка помните чудесную нашу большую работу с Аней, которая называлась, альбом назывался «Шепотом», и который, в принципе, подарил госпоже Волковой такой неслабый повод выйти. Мне казалось, что пойдет недалеко. О, как я заблуждался. Теперь, понимаете, приходится вызывать. Собственно, Роман Спарончик для вас. Звезды без него.
студеная вода холод на плечах. В эту пустоту хочется кричать: ты меня дождись, а берегу отвезет меня паромщик, я успею без него. На небе гаснут звезды, без него приходят холода. Без него мне в счастье верить поздно. Отвези меня, паромщик, отвези меня, паромщик, на тот берег вас и навсегда, на тот берег. С дня рождения одной моей приятельницы, незнакомая мне компания, кроме именинницы, и ко мне подходит девочка и говорит: Аня, я каждый божий день слушаю шепотом на репите. Я слушаю неосторожные фразы, я слушаю шепотом, я слушаю о любви. И спасибо вам, Снова Сатович, за то, что вы сделали этот альбом. Я тебе безумно благодарна. И наступил такой момент, когда я не знаю, что тебе дарить, даже в день рождения. Но я счастлива, что мы взрослые и мудрые люди, которые просто спустя время... Да, и что мы можем сейчас стоять на сцене. Я испытала сейчас просто какие-то космические чувства. И спасибо тебе за это, спасибо тебе за мой старт как артиста. Спасибо тебе за этот альбом. И тебя поздравляю с днем рождения. И я хочу, чтобы уже будучи музой прошлого, чтобы твоя новая муза, она уже круто начала те новые песни, которые ты пишешь. Да. А я это бесконечно уважаю. Вы знаете, это невозможно ревновать к творчеству. Чтобы вот у тебя новый альбом был фантастический какой-то. Нового года, нового альбома и ура! Новосадович, ура! Неожиданно, да? Вот так сама пришла, сама напела. На самом
самом деле альбом «Шепотом» для меня это огромная веха по нескольким причинам. Дело в том, что когда ты доверяешь, я как однажды про меня мальчик чеченец, дагестанец, который со мной вместе в тренажерном зале, он сказал: «Странный такой человек, да? Мальчик так себе, а девочка так вообще никакая», — сказал он мне. И я стою, дебил, с гирьками, думаю, ну да, что-то не там, не там. То есть, в принципе, когда ты доверяешь, я не очень хорошо... У меня прекрасный женский голос. Прекрасный женский тембр. У меня очень, как сказать, внушительный верх. Он многим что-то там внушает. Да, но при этом спеть женские... Я, как сказать, когда мне задают вопрос, как я пишу, я могу сказать честно, хрен его знает. Просто вот беру и пишу, не знаю. И, в принципе, нюансы, которые может передать девочка, как она это чувствует, вот мне сложновато. А вот еще, знаете, что мне сложновато? Когда в гримерной мои пацаны просто громко разговаривают. Очень громко. Сейчас я... А гитару верни, пожалуйста, мне. А куда опять ушел Роберт? Роберт отходит, у меня глохнет гитара. Мне не нравится. Не, мне вот это нравится. А ничего, что у нас, в общем, как бы живой концерт. Что? Как вот? Нормально? Вы в бронежилетах, я надеюсь? Сейчас никого рикошетом не зацепил. Я сейчас спою «Волкова, ты где?» А ты есть, да? Это песня продолжение. Кадр первый, дубль второй. Пацаны перекурят. Эту песню обожает человек, которого обожаю я. Таис Калумидис. И собственно, «Паромщик», часть вторая. Гримерка, гонорара не будет. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, на судьбу найти управу никому не удалось. Кровь, вино, вино, отрава, лучше б пили сок гуавы, позабыв о смысле здравом, понадеясь на авось. Той весной шальной и звонкой были вы еще ребенком, в тонком платье с шейкой тонкой и с кристальной душой. Вынеслись мечте вдогонку, но всосала вас воронка, стал для вас судьбой паром, как только встретились левшой. У реки в ночном пейзаже он по праву был на страже, поджидал на старом пляже, кто с рублем к нему придет. Вы тогда не знали даже, что паромщик он со стажем, и куда по чести скажем, тот паром вас завезет. Хоть запутанные дороги оба берега пологи, позабыв свои тревоги, вы вступили на паром, где хваленые пророки, не дождетесь вы подмоги, эти утлые чертоги вам теперь и плен, и дом. Заскользил паром по речке, сняли вы с руки колечко, вам влюбленное сердечко подсказало сделать так. Вы замолвили словечко, но случилась здесь осечка.
это грустное местечко. Был паромщик непростак. В темноте вдали от дома, страстью первою ведома, не боясь ни зла, ни грома, вы доверились ему. Скоро спала оборона, вы теперь в плену парома, с равнодушием хоромно прикует он вас к нему. Подошел, обнял за плечи, рад, мол, этой странной встрече. Знать, твой друг еще застенчив, не пора сменить дружка. Говорил, что время лечит, убеждал, что мир не вечен, а в конце крамольной речи дал понюхать порошка. Так, томясь в углу укромном, мы извивались вы нескромно, стали ваши сны фантомны, вы сама теперь фантом. С порошком зрачки огромны, но печальны и бездомны, сообщением паромным даль уплыл греховный дом. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, на любовь имели право, только поимели вас. Кровь, вино, вино, отрава, порошок, вот то забава, окрик, свист и вот облава, а он предал вас на этот раз. Да кому какое дело, правый берег или левый, все одно вы королева двух пустынных берегов. Молода душа, но тело так внезапно постарело. За борт вы шагнули смело в злые сети рыбаков. Поутру чужие дети с криком шумом тянут сети. Тятя, тетя на примете, подцепи ее багром. Солнце больше вам не светит, безысходны байки эти, не прожив еще и третий. Вы шагнули на порог, да, ни за что на свете не ходите на порог, не ходите на порог, не ходите. Таиска, на тебе. Спасибо. Сейчас придут эти горлопаны. Вернитесь на сцену, дармоеды. Давайте их поддержим. Это же мужики. Они сами не ходят, их надо поддерживать. Да что хочешь? Ну, брат, что хочешь? Какая разница? Стучишь, стучишь. Сейчас мы тебе темп зададим и бомби, братан. Собственно, Роберт все еще не появился? А можно дать микрофончик? Дали, да? Дали, да. Светлые пальцы. Собственно, следующая песня. Чтобы вам было понятно, эта песня будет в альбоме, который в конце концов будет. Простите за тавтологию. Эта песня будет в альбоме моего чудесного друга.
Он мальчик, поэтому могу сказать старого моего друга. Я старый мальчик. Да, мальчик, значит, уже не новый. Собственно, в альбоме Аслана Ахмадова будет эта песня. Заезжие гости, они живы? Посмотри просто, живы ли они? Значит, смотрите, сейчас это из серии, когда, помните, поднимается в цирке решетка, и сумасшедший дяденька с усами, похожими на Дали, задницы зажатые в узкие лосины, в начищенных сапогах, перекрестясь, входит в клетку. Вот, собственно, сейчас выйдут две особи, без лосин, вне их, скажем так. Они молоды, они до противности талантливы. Мы не настолько близко знакомы, крайне неловкая сейчас была фраза. Это чудесные, замечательные, просто фантастические. Я вам скажу так, у меня случаются влюбленности. Говорю официально, по самые не балуйся. Они из небольшого, но очень гордого города Обнинск. Нормально, есть люди, да? Слыхали об этом. Так вот, собственно, я скажу вам так. Дело в том, что помимо того, что я гениальный поэт и не менее гениальный композитор, фантасмагорический исполнитель и скромный человек, я занимаюсь продюсированием. Мне очень нравится помогать талантливым ребятам, которые по какой-то неведомой мне причине наши большие яйценосные продюсеры не протягивают руку. Я протягиваю все, что могу, поэтому я с гордостью представляю вам двух замечательных девушек. Александру и Марию Разумных. Фамилия, внимание. Это реальная фамилия. Разумные. Вот, это они, пожалуйста. Вот. Это группа My Sister's Band. Сказать, что мне фантастически повезло познакомиться с ними, ничего не сказать. Вот сейчас смотрите, что она сейчас будет делать. Добро пожаловать. Да, добро пожаловать. Инструмент называется «Добро». Сейчас начнется, сейчас что-то начнется. Встань уже, не балуйся. Вы, самое главное, их не путайте. Это старшенькая, это Мария. Вот, началось уже. Это Александра. Мы споем для вас песню из репертуара заслуженного моего друга Аслана Ахмадова, написанного, собственно, его заслуженным другом, то бишь мной. Сам пою, сам говорю. На глаза по Ахмадову. А можем немножко пошалить? Да не мы, а вы, господи. Мы это уже тут нашалили. Что попало? Короче, нам нужно, вот, чтобы вы держали ритм. Не сложно? Thank you.
Александра Разумная. Мария, вернись. Мария, вернись, Разумная. Складовская-Кюри. Собственно, да искупайте же их, гениальные, господи. Я с огромным удовольствием выступлю эту сцену им по одной единственной причине. Я хочу, чтобы вы это поняли, какой это уровень в этом, прости господи, городе Обнинск. Скажите. Сейчас они как даванут. Подождите, сейчас. Это же они мое произведение играли. Сейчас они свое, как за месяц. Отпустите меня, пожалуйста. Я пойду пижамку поменяю. А вы пока можете, я не знаю, выпить, например. Есть у вас что-то? У вас остались деньги на алкоголь? Пейте тогда, господи. Добрый вечер. Мы очень-очень рады сегодня быть здесь и поздравлять, Сладо, тебя с днем рождения. Ты замечательный, мы очень счастливы, что в нашей жизни есть такие люди. Спасибо тебе огромное. В нашей жизни есть ты. Спасибо Богу. Спасибо тебе огромное. За наше знакомство. Мы очень сильно потрясены. Мы недавно совершенно знакомы, и у нас потрясающее счастливое потрясение. Вот так, да. Я вам честно говорю, как есть. Мы очень тебя любим. С днем рождения! А мы оставим песню, которую мы придумали сами. Песня про лето. Все очень просто. Вот. В таком акустическом варианте. Поехали. Давай. Чуть-чуть гитару погромче, а то я не могу без Марии выступать. Проходит звук по проводам, я буду ждать от тебя звонка. Все эти книги, что брала, я, может быть, когда-нибудь отдам. За год расправил свои крылья, сейчас мог-мог пройдет еще один день. Лето, не хватает тебя, когда вокруг лишь юга и тень. Я буду летать. Я буду песни кричать, я буду песни кричать свои. Я буду смело писать, смело кричать на асфальте тебе о любви. Я буду мелом писать, мелом кричать на асфальте тебе.
Браво! Мария Разумная, Александра Разумная, вместе они My Sisters Band. Я открою вам маленький секрет. Буквально за дней сколько назад? Второго. Здравствуйте, My Sisters Band. Ну не ляльки ли, господи. В общем, 2 числа. Поздравьте нас, мы участвуем в «Голосе». Мы прошли. Отпустим их, а то сейчас мама с папой заругает. Фу, давайте поприветствуем. Любовь и Михаил, это их родители. И спасибо вам огромное за то, что доверяете мне своих дочерей. Это прекрасно. Спасибо. А мы дальше продолжим тюрьму. Брюки с тобой все наоборот. Трепюешь за холку, да что в этом толку? Ни искуса, ни мечты. Они просты, пусты. А ты не такая. Ровчик. Ластятся суки, тычутся в руки. Крутой перец. Бас-гитарист, если вы заметили. Вот идет человек.
ушел, у меня к вам огромная просьба. Просто вот сейчас я объясню позже. Скупайте этого человека в овации. Дело в том, что благодаря вот этой скромной даме, чудесной, 5 июня исполнилось 10 лет тому, как я инвалид. И 5 июня, собственно, мы отмечали годовщину, как я не лежу в больницах. Светлана Ивановна, в ноги кланяюсь. Это человек, который меня держит, не знаю чем. Спасибо. Предлагаю пропустить следующую композицию и перейти непосредственно к пресмыкающимся. Давайте забомбим, ладно. А чего раз пошла такая пьянка уже у вас? Что, уже все на работу, вы все равно не пойдете, все уже профукали. Бомбите. Короче, метро как раз. Сейчас мы еще повспоминаем что-нибудь и напоем вам тут, что попало. Бомби! Спасибо. Из жара под кожей в жир под кожей липосакция поможет. То есть так, мы шутили насчет этого, скажем так, эпического полотна. Следующая песня посвящена, как мы уже говорили прежде, пресмыкающимся. Дело в том, что все тот же Аслан Ахматов раскатывал на нее губу. Губу у него знатную.
Пришлось потратить время, закатать губу друга. Увы. Чтобы вы поняли, он хотел ее петь. Но, как говорится, не срослось. Трагедия в жизни Аслана. А в моей. Я уже молчу о жизни этого присмыкающегося. Это не Аслан, как вы понимаете. Это главная героиня. Только в небе луна скользит меж ветвей, как всегда бледна и вот неясно, что принесет ее беспечный полет ночной за мечтой, что ее спасет подгас огонь озявшей свечи. И только капли дождя, одиночество мантры молчит, так безысходно молчит ее в пыли телефон. Ее больная душа, одинокая сама мандра. Дверь оставь открытой, улицы
между прочим, понятно? Ночами рисовала. С кем я работаю, господи? Ну, в садовищем масштабе 25 к 1, слышали это? Вот вам смешно, а мы сейчас доиграем, мне с ними еще расплатиться надо. Они пускай шутят, пускай. Гонорары, они тают иногда так, на глазах. Музыканты, да, тоже пропадают, это правда. Давайте. Не пошло. Они? Идите с Богом. Сейчас будет сюрприз. Это неожиданно. Спасибо. А сейчас вы вспомнили, да? Классно. Спасибо, ребята. Спрашивай ни о чем, коснись.
чтобы нас не попалили. Собственно, чтобы было понятно, предыдущая песня была прелюдия. Следующая песня. В принципе, если вы будете говорить чуть тише, чтобы мне не кричать в микрофон, благодарности моей не будет конца. Если вы будете говорить громко, не будет конца моему концерту. Из 200 предлагаю выбрать меньше. У меня сегодня день рождения, дайте гульнуть. Что вы там сидите, тлабоните, тлабоните? Почему не вижу, кто там сидит? Вижу! Хуже слышу! А таташки? Нет, на этот раз не они. Собственно, в жизни иногда случаются откровения. Для меня откровение — этот человек. И для меня откровение — эта песня. Засыпай. До рассвета твой сказочный сон с берегу угадай. В этом сне чьи следы на твоем берегу океан. Лежит белый песок голубым языком ураган. Стих давно, мы пойдем побродить босиком. Все в тебе, и мечты, и желания, и страх, и нежность, и боль. Все в тебе, так чего же мне искать еще? Я останусь с тобой. Только не гони меня из сна. Безупречной твоей чистотой под язык спрячу вкус твой и буду потом смаковать. Я отвык. От других никого не хочу вспоминать. Все в тебе, и мечты, и желания, и страхи, и нежность, и боль. Все в тебе, так чего же мне искать еще? Я останусь с тобой. Thank you.
завоевали меня мы одни. Но скажи, разве нужно нам что-то менять? Так они сомневалась, но что-то не отдала. Я даже боюсь открывать. Панамка! Что? Панамка! Панамка? Бонаква. 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 Там все серьезно. Собственно, кто со мной разговаривает сейчас? Вот это кто эти люди? Кто здесь? Мне казалось, мать, не с музыкантами. Мы дальше продолжим, с вашего позволения. Огромное вам спасибо за поддержку песни «Все в тебе», потому что, судя по всему, так будет называться мой новый альбом. А завтра кто с утра на рынок? Кому-то по квартире. Я-то завтра мы с Юлькой мы поедем. Солнцем гонимы, ветром полим. Точнее, наоборот. Роберт, мотив пропал. Нет мотива у музыканта помогите. Дайте нам, пожалуйста, мы споем последнюю песню и пойдем домой. Нет! Ну, сейчас, конечно, ага. Нет, ну, естественно, нет, вообще мы завтра уезжаем. Мы деньги схватили. И вы мне теперь этим тычете. Какие-то несчастные 1000 рублей. Ладно. Я не вижу, кто это, но подойдите ко мне и расплачусь после концерта. Денег нет, но что-нибудь другое. Это я. О, Господи, а сердце Мраилова. Прекрасная певица, которая так и не определилась в своем жанре. К слову, будет тоже. На самом деле, Асет роскошно поет R&B. И так случилось, что мои чудесные маленькие замечания... Они не маленькие, господи, 24-25 лет. Моя верховная муза, эксперт, дает мне все время щелчка и говорит, они не маленькие. Да, но они... Парни говорят, от сердца.
сердце отлегло, представляете, здесь родители сидят. Аккуратнее. Так, в общем, собственно, по поводу жанра Асет Самраилова не определилась, поэтому мы будем определяться вместе в проекте «Голос». Я просто о том, что она там тоже будет. Разуби,
правом углу от меня заслуженный Сантана нашего коллектива Вахабит. Зачем я так, действительно? Прекрасный мой друг. Да. На самом деле добрейший человек. Александр Бочагов, соло-гитара. Его жене, которая терпела. Она знала, что все ночи он со мной. Что, скажем так, оригинально для нормального пацана. Катюха, спасибо. Это, собственно, чудесные ребята, без которых не было бы двух альбомов.
скоро приду с новьем. Не со своим, точнее со своим. Где она? Вот. Мы скоро придем с Терещенкой к тебе. Голосище приведу. А я. Собственно, мега-хит специально для вас. Без дополнительных затрат. Собственно, вы не будете доплачивать. Это песня за мой счет. Щедрот моих не перечесть. Наслаждайтесь. На самом деле это вам халява, а кому-то сегодня за все это придется отдуваться. Да-да. Откровенная весна шумит кругом. На твой старый дом занавесила окно твою печаль. Все, чем ты жила, давно не жаль. Зарви, оставь.
Друзья, рядом со мной мой любимый человек.
смотрите, в левом углу этой композиции мужчины, альфа-самец. У него тоже, знаете, дети. Смотрите, даже жена есть. На самом деле это легенда баса. Петр Дольский, бас-гитара. Сейчас будет опасно.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.